Маршрут рабочего объезда мэра в этот раз прошел по адресам, указанным в обращении ханапчан к Сергею Сергееву. Отделение почты на улице Лермонтова, 80, начиная со ступенек и входа, производит впечатление запустения. Сегодняшние посетители охотно делятся с Сергеем Павловичем проблемами, с которыми они здесь сталкиваются. Надо не два оператора, минимум 4 надо, чтобы обслужить такую массу. Для того, чтобы 4, надо зарплату платить. Я знаю. Ну, это же надо ставить вопрос. И дальше, ну сколько же можно издеваться? Я живу в этом доме. Почту записываю, прессу, они приносят 2 раза в неделю, в среду и в субботу. Сергей Павлович, ну так как бы это не сказали, ну что это, просто хорошо, хорошо. Нет, ну если можно, они не сделают, это только мы если сделаем. Почему она 2 раза в неделю носит? У нее зарплата 6 тысяч рублей. Я понимаю. Сотрудники почты о грехе в обслуживании и внешнем виде помещения объясняют, конечно, нехватка финансирования. Вот и получается хата с краю. Но глава НАПа с таким подходом не согласен и на планерном совещании дает поручение своему заместителю Анжелике Базуновой взять на контроль обращение жителей. Значит, собирайте совещание, приглашайте то же самое, как по Лермонтова 80. Заплеванное. Грязная, как ногами по стенам стучали. Неужели? Я понимаю, что они уже до того, да, зарплата маленькая у оператора, у почтальона, но в субботу принести известь и побелить помещение, в котором я работаю, я бы, допустим, там не смог сидеть. Во-первых, они этим дышат, сидят, да? Во-вторых, вот это вот все давит, освещение, там, вот, если Роспотребнадзор попросить, там люди в очередях стоят, освещенность там ниже нормы будет в 3 раза. Неужели нельзя на стену повесить телевизор и поставить 3 банкетки, чтобы человек мог включить «Россия-24» и пусть новости смотрят целый день? Уже как-то по-другому будет, уже уютнее будет в помещении. Но что ж там вешать? Там все это, ну, последний раз белилось, наверное, лет 15 назад. Чистота и порядок, создание элементарных удобств для людей – дело незатратное.